Мы исполняем эту песню, которая им так нравится. Раз пошли на дело, я и Рабинович. Рабинович выпить захотел. Ну как же тут не выпить бедному еврею, если нет в кармане крупных дел? Выпить так уж выпить, так и надо же и покушать. Мы зашли в Татьяну ресторан, а там сидела Нурка, а у нее такие под юбком. Дропом бил зараженный наган. Чтоб не шухериться, мы решили смиться. Но при этом Мурке отомстить. В темном переулке, где возле таки синагога, на четвертом мы решили Мурку подстрелить. Рабинович стрельнул, бах, и промахнулся. И попал немножечко в меня. А я лежу в больнице, а Мурка на слободке. Рабинович пьет четвертый день. Откажет.